Интерактивная игра – это активная обучающая игра, основным методом проведения которой является процесс взаимодействия участников игры с компьютером и направлена на мотивацию познавательного интереса детей. Игра «Космическое путешествие» с использованием интерактивных технологий по мотивам мультфильма «Смешарики» разработана на платформе Google для детей старшего дошкольного возраста. Для оформления интерактивной игры мы использовали красочные картинки и иллюстрации, которые активизируют внимание ребят, развивают ассоциативное мышление. Дидактическая задача для педагога – закрепить знания детей о космосе, способствовать развитию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать свои высказывания через выполнение заданий на игровой платформе. Игровая задача для ребенка – помочь роботу Биби познать все тайны космоса. Игровые правила. Для того, чтобы принять участие в игре, необходимо доступ в интернет с любого устройства и аккаунт в Google. Ребята, переходя по ссылке, попадают на игровую платформу. Ребенок по своему желанию выбирает планету и, щелкнув по картинке, выполняет предложенные задания. Содержание игры. Участников игры встречает персонаж мультфильма «Робот Биби». После просмотра мультфильма «Биби и его папа. Как все начиналось», робот предлагает отправиться в увлекательное космическое путешествие. Игровые действия и атрибуты. Игра состоит из 4 заданий. На всех этапах робот Биби предлагает выполнить увлекательные задания. На планете «Космические загадки» у робота Биби сломалась ракета, а помочь можно, если выполнишь задание. На планете «Космические помощники» ребята помогают космонавту собраться в космос. На планете «Космические пазлы» ребята помогают космонавту собрать картинку в соответствии с ее назначением – одежда, еда, планета. На планете «Космический кроссворд» ребята с помощью взрослого отгадывают слова по горизонтали и вертикали по теме «Космос». Задания для игры мы разработали при помощи цифровых инструментов – сервис Google, сервис Learning Apps, на котором мы создали задания по типу «Собери картинка, пазл, угадай как кроссворд» и презентация Microsoft PowerPoint. Результат игры. Пройдя по всем планетам, ребята получат представление о космосе. Развитию мыслительных операций способствовали игры на математическое развитие, классификация, счет, составление целого из частей, развитие речи, кроссворд, загадки, умение аргументировать свои высказывания. Ребята по завершению игры смогут обменяться впечатлениями с педагогом или со сверстником. Дети получают эмоциональный отклик от встречи с героем и их совместным увлекательным путешествием.